Ну и вот все составили протокол сегодня утром. По части была статьи 22 КВАПРа. А, собственно, после этого вас сделал во Черкесский районный суд. Здесь я долго просматривал материал, в итоге вернул в отдел полиции. А за устранение не достал. Ну, это был полицейский, к сожалению, нам не выдали, это был полицейский. Недостатки заключаются в несоответствии дат времени. Сколько дальнейшем узнаем, как мы находились на составлении, на перед составлением протокола, эти имени там были. То есть, ну, суд его скорее всего, появится.